Всем привет, дорогие друзья, с вами Ниагара, и продолжаем играть в фестиваль ассасинов. Мне нужно двигаться туда. Так, где мое? Телепортироваться. Отлично. Ну и сколько бы я не убивала тут этих солдат, магитех, они постоянно респаунятся в одном и том же месте. Приходится их убивать. Чё ж не хочешь? Так, цель наша вот здесь. Нет, ты чё мне прямо на голову-то спрыгнул? Дурел совсем, что ли? Ну, кстати, игра там... Спрыгивает. Не первый раз. Так. Какая же красота. Но, честно говоря, как-то было неожиданно, да, что эти две вселенные соединили финалку и ассасинов. Октис. Вот и нужный нам чувачок. Ой, еще один красивый момент, прекрасный. Будущий. Доктор, ита? Да. А. Коцда. Ика. Погнали. Я его видела, да. Идет как раз в этом направлении. Коре де сайго да не. А. Оварасете яру. Мада мицкаран ка. Яцура ва кадо кин га хицуё на хазу. Так, близко нельзя подходить. Так. Смотрите, те пошли в другом направлении, к нему присоединились другие. Скат. Он такой смешной. Постоял, что-то поговорил такой. Порассуждал. Ой. Вы давайте это как-то синхронно ходите. Ага, подожди-ка. Эти остановились, к нему подходят другие, видимо. Угу. Так, он пойдет, наверное, тем путем, да? Ага. Так, постой-ка, я попробую. О. Попробую тебя преследовать по крыше. Как здесь подняться-то? Вы слишком устали от цели. Подождите, нет, ждите меня. Я вот здесь хочу. Ну я же могу здесь запрыгнуть. Ну чё, почему нет-то? Упустите. Так он же где-то здесь подо мной идет. Чё, по крыше не варик, что ли, его преследовать? Ой. Нет, я в кружочке, все нормально. Он идет же куда-то сюда. Куда, куда, куда гаситься? Блин. Офигеть, они меня не заметили, вы серьезно? Ну, было жутко. Так, да подожди, мы в кружочке. Я сам его убью. Блин, чувак, их тут слишком много. Иди без меня, удачи, блин. Ну, спасибо. Так, подожди, я могу телепортироваться. Прекрасно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Догоняем этого чувака.
Да, блин. Догоните Локи. А, ты что стоишь-то? Вау-вау-вау-вау-вау. Быстрее. Офигеть. Подожди-ка. Нам нужно эликсирчику, наверное. Или мега-эликсирчику хряпнуть. Беги! Да не надо с ними сражаться-то, господи, ты, боже мой! Беги! Офигеть. Так, подожди, телепортируй сюда. А, похилились. Ой, отлич! Не надо! Фу-у-у-у-у-у-у. Так, слушай. А как нам остановиться-то? Следуйте, говорит Локи. Подожди, телепортнись куда-нибудь. Вау! Это такое, конечно, сильно. Это просто жесть, ребята. Я выпустил. Нет, не выпустил. Чё там? Ай! Вау! Ауч! Ау, беги! Что у тебя? Набуцкали уже 100 раз. カードキーはもらった。もう街から出てってもらうぜ。いつまでアサシンごっこを続けるつもりだ。ルイスを。バレてたのか。必ずカードキーを取りに来ると思っていた。ここは包囲させてもらった。 死んでもらうぞ。やれ。罠かよ。やば。これ。見ない。 Так, подожди. No. Подожди, я ничего не поняла, почему вы идете за мной? Моктис. Спокойно. Так, мега эликсирчик укрепни. Может? Лично? Там бомбы, ну прыгай, ё. Верни. А, капец. Иди. Магитехи, не надо. А как я тут перепрыгну-то? Да вот, да прыгни! Убьют сейчас. Подождите, народ. А мне можно с ними сражаться? Не хотела бы с вами сражаться, а можно просто как-то уйти отсюда. О, спасибо. Подожди, а флажок взять? Нет? Блин. Капец. У него баг какой-то, он залазит и не может залезть. А, валяйс. Ну, потихоньку здоровье восстанавливается. Это хорошо. Так, теперь сюда. Там чуваки за тобой идут. Залезь, пожалуйста, иначе нас убьют. Ха-ха, бегом. Здесь еще народ. Капец. Нажал телепортнуться? Не нажал. Плачевно. Там надо телепортнуться. Так, отлично. Тут какая. Ага, прекрасно. Так. Так, а туда как? Давай сюда. Блин, слушайте, какая жесть. Угу, побежали. Супер, чё, ага, хорошо.
Сидони. Ребята, я с вами. Нокто. Даре о гое не цкер. Кто-нибудь будет прикрывать? Давай, Гладио, он самый танк. Прикрывай меня. Онна хитори де икасеру ваке нива икане ка. Ее вернее. Ну, короче, всех прикрывай. Меня и ее. Все, он с ней пошел. Отлично. Это было хорошо. Да, Гладио. Так, подожди, я долейте локи. А, ну все, мы что, наконец-то можем сражаться промтом в опасности. Плохо. Вниз, это кто-то тоже похилит. Где? А что-то мы как-то вообще хреново сражаемся, да? Ой. У нас никаких способностей придет уже по цели. Да, ё-моё. Нормально. У него не очень высокий уровень, так что давайте, ребята, у него уязвимость тем более. Болите его, парни. Как же было непривычно опять сражаться. То мы такие стелс. То опять сражение, я уже забыла, как это. Но это было прикольно. Вот чего не хватало этому дополнению. Нормально помахать мечом. Ну. Минна, дома, аригато. Макиконде, аригато. Сидони, аригато. Инакаттара, сото, ябагатта. Хори, мо, пучи, даши. Хонто, ёкатта, ё. Мачи, дева, асасин, но, мацэй, га, тэйкок, гун, ой, харатта, тэ, уаса, ни, наттэ, зэ. Оре, тачи, ни, тотте, соно, уаса, ва, таскару, на. Асасин, ва, дисзай, шта, тэ, кото, дэ, ин, жа, най. Тэ, ю, ка, хонто, ни, итари, ште. Дисзай, ятте, ми, тэ, вакатта, кэдо, са. アサシンも人知れず世界を救おうとしてたんだよな。真実は無く許される事などない。こ。出た。アサシンクリードの名台詞。お、かよ、クロスタズドロ。本当に大事なもののためなら。 Ну, интересная была идея, если честно. Вообще необычная для финалки. Ассасины, и финалка никогда бы не представила себе такого. Но, блин, видите, можно, оказывается. Даже задание нам сделали. То есть небольшой такой квест, не просто фестиваль какой-то, да? Ну было здорово, ребят, я не знаю, вы хотите еще посмотреть дополнение? Там есть фестиваль Чокобо, но, по-моему, там нет никакого квеста, там чисто вот ходить и играть в мини-игры. И есть еще 13 глава, что ли, там, где похитили Промта, Ноктис, один без оружия, только с кольцом, идет, и с помощью силы он как бы... пытается освободить Промт и потом встречается со своими друзьями. Почему она, эта глава добавлена отдельно? Там мы играем за Игниса и Гладио. И смотрим на ситуацию не со стороны Ноктиса, а полностью эту главу проходим как бы вот за Игниса, по-моему. А может, за Гладио? Не знаю. Ну, я как бы не играла, не знаю, но я точно знаю, что это та башня. И мы снова пройдем как бы эту главу сюжетную. И вот если вы хотите это все посмотреть, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я посмотрю, сколько людей хочет. Если это действительно нужно, я запишу.
Если нет, то тогда мы на этом пока что с финалкой прощаемся. Мы будем ждать, может быть, еще каких-то интересных дополнений. Может быть, в голову разработчикам еще придет что-нибудь оригинальное, интересное. Вот. Но в целом я с удовольствием вернулась в эту прекраснейшую игру. И, честно говоря, прямо руки чешутся заново ее перепройти. Ну, элементарно не хватает времени на это. А вообще с удовольствием пройду, если будет у меня все-таки посвободнее как-то с расписанием, то я обязательно в эту вселенную, в эту игру еще вернусь. Поздравляем, мы спасли фестиваль ассасинов. И можно продолжать выполнять дополнительные вот эти квесты. Я их, наверное, записывать не буду. Там флажки собрать, что там, значки собрать, магитех эти ядра. Холли подарила нам комплект мантий маджайских ассасинов, в них мы можем даже играть, вот, и поговорить с ней, и носить их можно в основной игре, представляете, по-моему, это очень круто. В общем, ребяточки мои хорошие, спасибо тем, кто тоже любит эту игру, мы обязательно вот это сохраним, конечно же, чего бы и нет, давайте ее поближе посмотрим, вообще, очень классный снимок, но... Промто, как обычно, хорошие снимки делает. Завалю. Ногти завалю. Подожди, а я его сохранила или нет? А, все, сохранила, значит, все нормально. Полет ногта. Вот как. Конечно же, я хочу это сохранить. Пока место есть, еще куда сохранять. Вот, в общем-то, промто. А, смотрите, кто здесь, это же этот их дружок, как его, я забыла, как его зовут, этот, ушастик-то, демку еще, его мы видели в демке, как клево, да-да-да-да-да, ну это ладно, это мы крадемся, преследуем Локи, вот, ну и сражение, собственно, с этим роботом, ну можно, в принципе, тоже сохранить, чё бы нет. Оставим это на память, как последнее сражение. Вот, ну и на этом я с вами прощаюсь. У нас пункт выдачи награды появился. Заработана гоночная трасса для Чикобы. Ну, прикольно. Поиск сокровищ ассасинов. Приятного отдыха на фестивале. То есть, ну, основная такая задача выполнена, как вы видите. Наслаждайтесь праздником, и нужно не попадаться по-прежнему на глаза, видимо. Хотя, в целом, они сняли с себя эти капюшоны. Может быть, уже не надо прятаться. Не знаю. Но я уже устала что-то прощаться. Сколько? Минут 10 уже прощаюсь, да? Все, ребятушки мои, пока-пока. И пишите комментарии, не забудьте.